решила, конечно, все правильно, что это все не для меня, это нереально, и пошла домой. После какого-то времени, конечно, в голове это все остается, я увидела Наталью Петрии, подошла к ней сама, мне кажется, вы варифлейм, я не помню, где мы с вами познакомились, но очень хочу каталог. И Наталья пригласила меня на встречу, и уже с первого каталога я получила в подарок обалденную красивую белую сумку большую, которая мне очень сильно понравилась, и я сразу же поняла, что я в компании остаюсь, и все подарки я буду получать. Подарков, как всегда, было много, вот, и практически на данный момент все акции, все подарки я получаю. И уже за ближайшее время я получила очень много техники от компании. Дома практически вся техника у меня от компании «Орифлейм». Это и соковыжималки, и пароварки, и петербургницы, и кофеварка, и чайники, и сковородки. Очень еще много сумм. Получала дорожные сумки, получала обычные сумки. И зачастую все, что касается сумок, то я настолько уже разменилась, что когда приходит время стирать очередную сумку, я просто уже хочу ее поменять на следующую, потому что компания назвала. И, знаете, мы можем себе позволить. Также я получила, было 3 планшета в компании, подарила планшет мужу, подарила планшет маме, подарила планшет крестнику. Ну и сумки, конечно же, тоже у меня у всех моих родственников, все аксессуары полностью есть, и в этом тоже моя заслуга. Также я очень люблю поездки в компании «Орифлейм», потому что каждый город, который мы посещаем, это всегда эмоции, это всегда обучение у лучших коучеров, спикеров, это шведский стол, мне очень нравится, потому что компания балует. Я уже была на трех банкетах директоров от компании «Орифлейм», и я всегда говорю, когда перед вами выступают звезды шоу-бизнеса, да, там перед нами выступала Верка Сердючка и Лобода, и кого-то такие люди, кого-то как перед нами не было. Я говорю, можно, конечно же, купить себе билет, можно пойти на концерт, но таких масштабов, которые они делают в компании, я еще сначала не видела. Вот. Компания «Орифлейм», я родила ребенка, уже будучи в компании, моей девочке зовут Полинка. Вот, моей девочке уже завтра будет 10 месяцев, и с компанией я не боялась, конечно, рожать, я понимала, что у меня есть мощная поддержка от компании, от спонсора, и я умудрялась работать до 9 месяца беременности, как я это называю, работать. Я приходила в офис, посылала свои фото, встретилась с девчонками, с командой, провели планерку, заработала денег и параллельно пошла домой. После того, как уже родила ребенка, будучи еще в роддоме, я очень люблю продажи, и еще будучи в роддоме, мне девчонки все мои смеяли, говорили, а ты в роддоме работать будешь? Ну, так вот так получилось, что я работаю. Есть база на работу для клиентов, конечно, однозначно, которые прозвали, и или они пойдут покупать продукты в Сельпо, ВТБ, в Ашане или еще где-нибудь, продукцию, или они будут звонить ко мне. Так вот. Когда я принимала заказы, то в роддоме у меня девчонки в роддом привели, были там 10 тушек, 5 в одном, у меня там с собой было штук 5 тушек ремешек, которые все это расходили. Ну и продажи, конечно же, у меня пошли, потому что я начинаю открывать каталог, и все же начинают спрашивать, а что это у вас, а как? И здесь я всегда делаю акцент. Я делаю акцент на то, что нужно посмотреть в каталоге. Я всегда делаю на драйвер. Например, когда вот еще лежала в роддоме, было масло для волос Клео, и когда на него была цена 115 гривен, каталожная цена, наша цена по дисконту 98 гривен, то у меня ушло около 50 штук пачек волос. Я просто звонила своей базе клиентов, базе знакомых, всех, кого я знаю, говорила, что это замечательнейшее масло, ваши волосы будут просто в восторге, будут любить себя, и вы любите себя, потому что это того стоит. И когда у меня масло, не все решались, но тем не менее, я каждому заказу добавляла, говорю, так, берите хотя бы одно масло. Потом говорю, перезвоните мне и сделайте свои отзывы. И когда мне люди звонили с отзывами, то каждый мой заказ был еще минимум 2-3 после для себя про запас или для своих хороших родственников. Очень люблю еще подарки, когда была акция на сумку, когда у нас была сумка в Бургундии, я сейчас вам покажу ее, тогда была
она что я получила нормально. Я получила ни много ни мало, получила 8 сумок у меня было и 18-19 водичек LFI, которые я благополучно продала и сразу же заработала себе деньги. Вот по рекомендации. Вы, например, когда я хожу, где же найти клиентов, да? Вот, где я их нахожу? Во-первых, это наши родственники, это наши знакомые. Все, чем вы пользуетесь, вы покрасили волосы, у вас сразу же спросили. Вы, я не знаю, нанесли новую помаду, попробовали новый крем для лица, освежили свое лицо, и у вас всегда вкусов отзыв. Поэтому вы сразу же показываете вашим родственникам, друзьям, что, как, где вы, как пробовали, понравилось, не понравилось. И за счет этого у вас начинают покупать. Лиза не догнала меня. Да, я старалась, конечно, очень много сумок, потому что когда еще, в общем, в роддоме я когда лежала, вот так получилось, что у меня ребенок заболел, и мы месяц пролежали в больнице. Так вот, за этот месяц я сделала лично сама, ну, со своей базой клиентов, я сделала 2000 баллов. А обычно я делаю каждый каталог минимум 500-700. Я работаю в район, где я живу. Я захожу делать ногти. Иду, например, делать маникюр или иду делать прическу, стрижку, покраску. Это все мои клиенты. Зашла на почту, отправить посылку. Это мои клиенты. Я обычно что делаю? Я не ношу с собой сумки. Я не хожу на продажи с торбами. Как, ну, знаете, как я понимаю, что такое продажа. Да? Взяла сумку и пошла торговать. Я таким не занимаюсь. Я всегда хожу на рынке. Сейчас я хожу с коляской, я взяла с собой каталог. Я взяла с собой буквально один или два аромата драйвера или лучших предложений, или новинки каталог. Я, конечно, люблю больше метровники, я люблю ароматы. Человек ощущает флакон, он видит аромат, слышит его на себе. И обычно мне так просто не дают уходить. Сразу, как только я вот нанесла на человека аромат, он с ним походит, аромат оживает в человеке, раскрывается. И обычно у меня сразу это так. Бывает, например, такое, что человек, ой, аромат, конечно, классный, но вот немножко не мое. В таком случае я что я делаю? Я сразу же говорю, хорошо, что твое? И тогда мы проходимся по каталогу, делаю всегда акцент. И человек уже заказал у меня и аромат, и тоналку, и тушь. И за счет этого я легко делаю 500 баллов каждый каталог. Я очень люблю продажи, потому что ну как, я на этом зарабатываю каждый день минимум 200-300 гривен на мелких, как говорится, расходов мне хватает. Я вот недавно решила это мотивировать, и я говорю ребенку, заказала шкаф купе. Причем выглядело это так. Мы с Юлей проговорили, Юля говорит, слушай, ну ты делай покупки, говорит, масштаб. Заказала в тот же день, говорит, психанула, я так называю, заказала шкаф купе ребенку новый. Вот, и получается, шкаф придет мне через неделю. Вы можете сам, например, сделать такой заказ, заказала у вас мама, заказали две подруги. Минимум 150-200 баллов – это ваше пополнение на дубль, ваш кошелек, ваш бюджет, поэтому тоже очень рекомендую. Когда у нас еще все подарки, я стараюсь получать, да, планшет, например, получила, я хочу, могу себе, хочу, могу порекомендовать, там, продать, будет безлюдно. Так я получила шкаф, ребенку я заказала, но сегодня уже тоже купили, сегодня или завтра, не знаю, ожидаю сборки, наконец-то сборки. За неделю я собрала деньги на шкаф, просто прошлась по знакомым, предложила сразу акценты. Я в прошлом каталоге делала акценты на водичку, на Eclat Mademoiselle,
и на ту шоу-компанию. Я рассказывала про отзывы, что это душ, который, во-первых, не надо измывать холодной водой, вы можете ходить в бассейн, вы можете, ну, просто если дождь, например, то душ не смывается, а если вы горячей или теплой водичкой, то у вас душ получается не скатывается как краска, а просто... И очень-очень легко просто восстановить все это. Сильная не надо тушь из универсальной кисточки, которая подойдет всем, то про эту тушь, кажется, даже вот буквально немножечко рассказали всех об этом. В этом каталоге я тоже делаю акценты хорошо на туши Валардокс, тоже ее очень-очень любят. Да, тушь очень классная, все у нее делают акценты. И сразу же нужно их покупать, там, тем более при покупке будет очень много хороших ароматов. Водичка Амбра Эликсир будет тоже. И если вы еще в прошлом каталоге делали заказ на 50 баллов, то по секрету вы еще можете заказать Амбра Эликсир за 250. И вот так вот вы можете тоже зарабатывать. 250, например, вы заказали, можете порекомендовать вашим знакомым за 500, 250 положить. Я этим пользуюсь. Тоже и вам рекомендую. Очень нравится, потому что сразу немедленно прибыль у вас здесь 50%. Это ваш сверху доход. Люди сутками на работе работают, да, чтобы заработать. А вы на один звонок можно сделать, хорошо проработать и продать. У меня есть моя база и клиентов, и консультантов, и продавцам. Я рассказываю, на какие акценты делать, ну, на что делать акценты в каталоге, даю рекомендации, продавцы у меня делают сразу товарооборот, получают все свои подарки. Что я делаю еще с консультантами, когда работаю? Есть образование команды, я вместе делаю планер, я анализирую. И у меня какие результаты у кого? И потом в течение каталога, что, как, какие уровни закрыли. Хорошо проработал, мы хотим камеры, мы вводим новые традиции. Сейчас мы собираемся на Балдикино, все вместе мы хотим поехать в Хорватию, конечно, это менеджерская конференция. Я уже просчитала, ребенку будет, по-моему, в следующем году практически 2 года, сейчас и 10 месяцев завтра будет. То мы уже планируем, как мы будем ехать в Хорватию. Я в это верю, я это верю, и буду там. Поэтому и здесь и продажи, и клиенты, и консультации, и постоянная работа на людей и как базу клиентов, я вам скажу. Все, я желаю вам удачи, всегда работайте, не бойтесь людей, пусть они боятся вас, вам будут работать. Шикарная компания, которая уже 50 лет в мировом рынке, она более чем 60 странах мира, и вам есть чем компания, им делают подделки, и там может быть офиг, компания лучше, конечно, но проедет дело, пользу, поэтому и пользуйтесь лично, и Ольга вам стоит. Я желаю вам удачи, я желаю вам просто сделайте личные баллы и собирайте большой команды. И работайте.